Всем привет, а посмотрите, что это у нас. Это Detroit Become Human, как я и обещала. Всем тем, кто уже играл в Detroit, в общем-то, надеюсь, будет не скучно. Всем тем, кто не играл, добро пожаловать в Detroit. Я уже играла. Начну заново. Постараюсь не спойлерить. Да, я думаю, я смогу сдержаться, все будет нормально. По звучку как? Вроде все хорошо. Ах, Конор. Переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Красивый, зараза. Может, звучок чуть-чуть выкрутить погромче? Что думаете? Давайте 70 попробуем. Надеюсь, я не оглохну. Так, что тут можно потрогать? Семья из трех человек, так, рыбонька, не проходим мимо рыбоньки. Умоляю вас, спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Ну все, мы идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек. Рыбоньку потрогать. Лялиус. Да-да-да, совершенно верно. Какая у нас цель на это прохождение? Цель на это прохождение у нас добиться максимально хорошей концовки. Я знаю, что здесь есть концовки разной степени хорошести, скажем так. Постараемся спасти всех, постараемся достичь мира. Список задач. Разыскать капитана Алина. Это вы, капитан Ален? Мужчина. Мужчина. Они все долбанулись. Капитан Ален, мое имя Кон. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера вы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Был ли у него недавно эмоциональный шок? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Вероятность успеха падает из-за вонючего капитана Алина. Так, что здесь потрогать надо? Взял пистолет отца семьи. Ах ты ж, скотина такая. А чё у вас пистолет не в сейфе хранится? Это какой-то хакерман. А нельзя как-то сделать звук, типа музыку потише? О. О, нельзя, короче. Будет и музыка, и голоса будут одинаковые, я так подозреваю, по громкости. Ну тогда музычку оставим, что делать? Это Бен Йейтс, самый клёвый андроид на планете. Ну, поздоровайся. Привет. Мы всегда будем вместе.
Блин, планшеты классные в будущем, конечно. Ребенок не слышал выстрелов, потому что слушал очень громко в наушнике музончик какой-то. Кстати, можно оглохнуть от этого, никому не рекомендую. Если у вас в городе есть метро, никогда не слушайте метро. Никогда не слушайте метро. Никогда не слушайте музыку настолько громко, чтобы потом оглохнуть. Так, стопэ, я уже здесь была. Я хотела зайти вот там в ванную комнату еще. Здесь. Да блин, поверните мне камеру. Это на выход. Здесь не было ванны, мне показалось. А, вот сюда. Так, тут, видимо, ничего интересного. Чё тут? Телек. Музыка такая прям нагнетает, нагнетает. Тела жертв. Осматриваем. Джон Филлипс. Это папаша. Глава семейства. Пулевое ранение, кровоизлияние верхней доли легкого, пневмоторакс. Фатальная травма брюшной полости. Короче, андроид в него три раза аж выстрелил. Ой, я когда играла первый раз, мне так нравилось вот эти вот... реконструкции событий в стиле Шерлока прям классные. Сейчас, конечно, уже не вызывает такого восторга. Хотя это было уже раньше. Помните, была такая игрульная Remember Me называлась? Она для своего времени была очень прорывная. Так вот, в следующий раз соберешься купить себе новый робот-пылесос, подумай о том, что ты можешь оскорбить чувство старого робота-пылесоса. Вот этого копа-то могли бы забрать уже. Че он тут лежит? Энтони Декарт. Один выстрел, то есть он ранен. Ранен. Ранил Девианта. Конечно, возьмем, чё б нет. Там убегает, вон, смотри, убегает что-то. Пельмешки убегают. Коннор, надо спасти пельмешки. Я собиралась поужинать. Важная улика. Лимончики вот тут нарезала к пельмешам. Так. Да блин, Коннор. Андроид ранен, блин. Шерлок. И так было понятно, что андроид ранен.
Так чего мы ждем? Здесь что-то валялось еще. А, ботиночек. Прямо на мушке. Пестрая модель. У него он коленка счесана, нормально все, ничего страшного. Так, ну что, вываливаемся? Воу-воу-воу, ну блин. Назад! Новый пиджак. Не подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай-давай-давай! Гоу-гоу-гоу! Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор. Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю. Я пришел тебя выручить. Я тоже андроид, как и ты. И я тебя понимаю. Драматический наезд камеры. Ты вооружен? Да. Да. У меня пистолет. Бросай. И смотри мне без резких движений. Вот. Я его бросил. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них раздорван. Что я им важен, а был игрушка, которую можно выбросить, когда доест. Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Не трогай. Тронешь ли, я тебя убью. Меня нельзя убить. Я не живой. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула. А говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Даниэль, нет! Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил их, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался. Все, ситуация под контролем. Я бы не была так уверена, но ладно. Я выполнил твое желание. Слушай, у них тут снайперы на каждой крыше. Отпусти ребенка, у тебя нет другого выбора. Блин, дестабилизируйся. Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно, я поверю. Мне пришлось это сделать. Пришлось обмануть Девианта Дэниела.
Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал мне. Ну, что поделаешь, такая вот работа в специальных службах, скажем так. Игруха бомба. Я когда первый раз в нее играла, я прям... Короче, как вы видите, я тут уже более-менее все открыла. Ну так. Здесь еще вот осталась вот эта концовка и вот эта концовка. Ну, одна, очевидно, это Эмма умирает. Ну, то есть Девиант прыгает вместе с Эммой, Коннор не успевает спасти. Также, наверное, Коннор прыгает с Эммой, и Девиант в него стреляет, он умирает. А еще какая, я не знаю. Если кто-то знает все концовки, напишите. Напишите, будем разбираться, интересно. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зои, пойдем. На 200 языках идеально. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Вау. М-видео будущего. Милый, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. $7,999. Кошмар. Плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. За садом, водопроводом, чинит, красит. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление или кто-то проник в дом. Ну, а вот это почему? Это MP800. Чуть подороже, но и функций, конечно, гораздо больше. Прекрасно. Идемте, я вам покажу. Могу забирать. Цена больше. Бесит этот хлыщ. Вот она. Я готов. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Я когда первый раз играла, я была в шоке, что здесь оказывается аж 3 главных героя играбельных. Это было для меня такое, типа, прям, чего? Я думала, что здесь только Коннор, и играть только за Коннора, исключительно за Коннора, только за него. Нет, оказалось, что здесь еще 2 андроида. Надо играть попеременно за всех. Вот. Портит ли это игру? Да, наверное, нет. Хотя, конечно, ну, я бы соврала, если бы сказала, что на Коннора хочется смотреть меньше из-за 2 других героев. Нет, Коннора хотелось бы, конечно, побольше в этой игре. Сейчас, если не забуду, вам еще один расскажу секрет. Я просто думаю, что все-таки вдруг еще кто-то будет это смотреть, тот, кто не играл никогда в Детройт. И мне важно, чтобы не заспойлерить тут важные моменты.
Это Маркус, для тех, кто не в курсе. И еще один наш дружочек-пирожочек. Зачем это журналы смотреть? Я, честно говоря, не помню. Но, по-моему, они там что-то собираются куда-то. Можно их потом читать, я так понимаю, узнавать лор. Вот, главное их собирать. Блин, цвета красивые, сил нет. Да ну в смысле, я хочу покачаться на качельках. Никуда, блин, ни влево, ни вправо. 12 миль уже позади. До цели осталось еще 5. Ох, что бегуны из парка. Да все, зеленый, пойдем. Женщина. Нормально. Что у вас случилось? Мужчина кинул смартфон женщины. Дурак какой-то. Бледные копии Всевышнего. Что глаза таращишь, демон? Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, это ты сосуд самого дьявола. Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Плюс-минус. Машины следят за нами. Куртка, кстати, у Маркуса очень прикольная. Вот все там... Как бы сказать-то помягше. Любят. Любят костюм Коннора. Вот, ну вы посмотрите, какая куртка у Маркуса кастомная. В этой игре ни у кого нет такой куртки. Да повернись. Смотрите, какая, а? А рукава вот эти от рубашки, которые торчат белые. Я считаю, очень модно. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Все, купили красочки, едем домой. Все задания на день выполнены. Левый контрол? А, вот как камеру переключать. Все понятно. Куртку, да? Еще раз посмотрим. Давай на свет выйдем. Хорош. Хорош, Маркус. Я тут, собственно, когда играла в Детройт, узнала, что вот актер, с которого рисовали Маркуса, играл одну из главных ролей в фильме «Хижина в лесу». Знаете такой фильм? Если не знали, обязательно посмотрите. Это пародия на хоррор-мувис. Вот. И, собственно, Маркус там одну из главных ролей играет вместе с... Блин, кто там? Там этот... Крис Хемсворт там, по-моему. Тор. Из киновселенной Марвел. Я
едем домой вот в этом уродском отделении для андроидов, потому что, видите ли, андроидам не позволено сидеть на местах для людей. Хотя они вон свободные и типа как бы все ок. Но нет. Это все говорит нам о чем? О том, что в Детройте классовое неравенство. Маркус сел в автобус. Тут не было вариантов. Поэтому сел и сел. А мы тем временем переключаемся на Кэру. Какой-то абсолютно ублюдский район. Но что поделать, не у всех андроидов радужная жизнь. Откуда, правда, у этого мужлана деньги такие здоровые на андроида? Это вопрос. У Тода, да, совершенно верно. Ты идешь? Да вот же я. Чё орёшь-то? Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Это ж, кстати, по-моему, его Дохненко, да, озвучивает Тодда? Который Алистер озвучивал в Драгонаге в первой. Я его голос прям очень хорошо распознаю. Так, убраться надо. Пойдемте, симулятор уборщика. Бутылку надо выбросить. Нет? Да. Ну, ладно. А, стой. Может. А это смотря что надо. Мы заказали деталь на деньги Тодда. Хорошо. Завтра подвезу. Симулятор посудомойки. Кэра! Да, тот. Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что? Тиран, а? Жирная жопа, пойди сам возьми. Глядишь, похудеешь. Гляньте, тут есть прикольная приколюха, кстати, смотрите, можно пройти перед телеком. Да блин. Да хватит уже тут маячить! Простите, этого больше не повторится. И не дает сюда больше пройти. Ну блин, я хотела еще помаячить. А, взять корзину сначала надо. Тарелки в мусор, правильно. Мы ж богато живем, чё нам?
Опять, кстати, прошла перед телеком, но он ничего не сказал. Алиса там что-то крадется. Крадется. Да, а, вот еще пицца. Блин, ну Кэра, что застряла? Нет, не пиццу надо собирать, а что с... Там была цель убраться на кухне. А, вынести? А, вот, вот это что? Вот, собрать. Блин, хорошо, конечно, андроида иметь. Сидишь такой, ролики записываешь, он вместо тебя тут убирается. Тарелки твои выбрасывает. Пиво подносит. Чё за херня-то? Чего? А, запрещено. Не-не-не, какие дела? Мы еще не закончили дела на первом этаже. Вот еще книжки какие-то валяются. Тот? Не будем ему мешать. И на пылесос у него деньги есть. Алиса! А ну прекрати сейчас же! Она всегда меня нарочно бесит. Вот нарочно. Куда мне принести одежду? А. Логично. Вот в эту грязную корзину, которая здесь стоит столько лет, будем класть чистое белье. Ну а что? Ну, андроид. Перестирает. Перестирать, правильно, а что делать? Что там с Тоддом-то, господи? Эка его штырит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ныкает наркотики свои. Красный лед. Ты лучше не суй нос в мои вещи. А ты не клади наркотики в порошок. Простите, тут. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Хочешь разозлить? Нет, тут. Алиса такая, блин, хорошо, не мне досталось в кои-то веки. Так, ну все, по-моему, мы уже все выполнили, уже все, что хотели. Или нет, или еще что-то есть. Давайте с Алисой потрындим. Милая игрушка.
Как ее имя? Поняла. Так, это эти журнальчики, которые собирать непонятно для чего. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом. Тот, хватит нас пугать, пожалуйста. Ой, тот рокер, оказывается. Да блин, нет, я не хотела брать журнал. Нет, положи. Android Quarterback. Так. Роцкер и меломан, вон у него колонки какие, пластинки. Все одним махом прибраться, короче, везде. О! Угу. Антидепрессанты лежат рядом с пистолетом. Так, кто уже играл, вот здесь сейчас не спойлерите, а то я знаю, вы сейчас понапишите мне в комментариях. Сами знаете, чего понапишите. Не пишите, имейте совесть. Я все-таки думаю, что кто-то, может быть, придет, кто не играл в Детройт. Дороги. Кто это тварина, а? Как Кэра трёт ёршиком унитаз, нам не показали. Какая ж свинота этот тот, просто кошмар. Я вот насколько не люблю убираться, но, блин. Это ж надо было вот эти все баночки пораскидать. Пол замусолить. Нормально, на сухую помыла пол. Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? Можно, и зашла уже. Сюда она заправляла одеяло, в итоге не заправила. Рисунки, носороги. Книженцы. Вижу, ты любишь читать.
Алиса в стране чудес. Конечно. Изложить факты. Мне нужна личная информация, чтобы лучше о тебе заботиться. Расскажи мне о себе. Во что играешь, где гуляешь, что ты любишь есть. Мне это важно. Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивая. А почему такое? Ты притихла. Ты ведь меня не боишься? Ключик от шкатулочки. Пойдемте смотреть. Подняла бы книжку-то, блин. Так, пойдемте доложим Тодду и будем заканчивать, потому что долго уже с вами сидим. Уже некоторые люди начали чесаться там, что-то ноги у них сто пудов затекли, хочется что-нибудь взять, пойти покушать. Короче, долгие видео, это не всегда хорошо. Чего делаешь? Я играю. Играешь? Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. Употребляет наркотики. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь! Господи! Что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. Собственно, все. Мы закончили уборку на этой замечательной ноте. И видео мы тоже здесь закончим. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.